Всем привет! Симферополь, Крым. Январь. Холодно. Вон, минус 12 за бортом. Что обзор улицы Грибоеда. Вот за моей спиной сейчас только что развернулись. Остался проспект Победы. Значит, отсюда улица Грибоедова начинается. С проспекта повернули направо. После Куйбышевского кольца сразу же первый поворот. И едем. Здесь вот она начинается, первые его дома. Слева у нас частный сектор, справа 50 на 50. Есть предприятие, есть частный сектор. Дорога, ну, более-менее, единственное, колбасит, конечно, машину. Таких ям нет, но перевалы, перепады в асфальте есть. Вот еще какое-то предприятие. Значит, тут справа находится легендарная больница «Семашко». У нее адрес, конечно, не улица Грибоедова, а улица Киевская. Ну, отсюда у них второй вход. Значит, здесь же парковка находится. Ну и вход в саму улицу. Едем дальше. Как ни странно, улица Грибоедова, она очень большая, очень длинная. Параллельно, значит, вот это у нас перекресток с улицей Скрипниченко. Она, улица Грибоедова, располагается параллельно проспекту Победы. Ну, это наш Бамонт. Люди X. Так, едем. Ну, вот, подколбашивает. Ямы, конечно, есть. Но здесь вот ямы, они в основном вот эти вот, которые мы сейчас едем, это перекопыши, то есть это люди себе тут чего-то копали, скорее всего, канализацию или водовод. Значит, ну, именно естественных корзинных ям нет, вот я не наблюдаю. Значит, вот это перекресток с улицей 51-й армии, мы всех пропускаем и едем прямо. Ну, все, кто движется слева и справа, кто движется по 51-й армии, их мы пропускаем. Ну, все, путь свободен, поехали. Ну, здесь вот небольшие. Вот это уже именно коррозийные ямы. То есть это уже надо бы отремонтировать. Тут маленький кусочек был. Ну, а дальше то же самое. Все хорошо, хорошая дорога. Так, ну, по истории улицы. Значит, улица никогда не пользовалась спросом. Была построена преимущественно как... Это такой интересный перекресток. Преимущественно как улица для проживания, как частный сектор. Название дали в Советском Союзе, и улица была построена в нем же. Никакой исторической давности она особо не несет. Просто обычная застройка этого района киевского, застройка города. Улица получила свое название в честь великого писателя. Ну, о нем вы почитаете, кто не знает его, кто не изучал, в Википедии. Значит, ну, все, там одно единственное предприятие, вот больница «Семашко», огромная. Ну, правда, единственное, что оно огромное, это республиканская больница. Там производятся такие, там есть такие отделы, как нейрореанимация, нейрохирургия. То есть это единственные в Крыму такие вот отделы. Значит, вот это, ну, подразделение, то есть нигде больше этого, ну, не производят, значит, лечение по этим направлениям. Так, это перекресток улица Грибоедова, улица Буденова. Буденова тоже главное, хотя знаков никаких не было. В принципе, тут, походу, как нерегулируемый перекресток. И вот здесь вот заканчивается улица Грибоедова. Значит, вот с левой стороны новый жилой комплекс от Монолита. Ну, давайте доедем до конца. Это вот последние дома, а дальше получается, что улица упирается в такой обрыв, который ведет уже к реке.